Добрый день. Давайте подробно рассмотрим бижутерию элит. Вот, если честно, мы сами офигели. И у Даши трясутся руки. Если будет прыгать видео, я сразу прошу извинения. Потому что это такая красота. Вот смотрите, например, да? Такие мы достаем. Мы же секонд-хенд продаем. Господи, мы даже не знакомы с такими брендами. Lali Q. Вроде бы, да? Что за фигня? А вы загуглите в интернете, от 8 тысяч такие колечки стоят. Знаете, какая наша цена на эту, на эту бижутерию? 390 рублей фиксированная цена. А здесь Lali Q, итальянский и французский в основном бренды. Посмотрите, что за прелесть. Не нужно торопиться с их продажами вам, потому что тут нужно найти клиента. Такая бижутерия элитная, достойна самых лучших бутиков. Смотрите, Сваровски. Конечно, это не Сваровски, но здесь есть кристалл Сваровски, который в виде бабочки. Это кулончик. 390 рублей, но по фикс цене. Почему? Потому что мы боимся как бы продавать дорого, потому что, ну, заботьтесь о вас. Посмотрите, впереди 8 марта. Все высокие бренды дорогой бижутерии. Она прямо вот внешне даже, ну, и в мешочках. Смотрите, какой классный, ну, для сумки подвеска. Для ключей, либо для сумки. Там, посмотрите, браслет. Ой. Так, а вот это, посмотрите. Здесь тоже кристаллы Сваровски. Просто очень хорошая. Даш, у тебя слюна бежит. Подотрите. Смотрите, это, ну, жемчуг и подвеска. Господи, 490 рублей, посмотрите, браслет. 90. Ой, 390, да, а, слушай, я сказала 490, ну, это я как настоящий торгаш. Серьги, все красивые, блестящие металлы с камнями полудрагоценными, либо с камнями от Сваровски, колечко. Браслетик, сейчас я его достану. А теперь вот сюда положу. Так, здесь у нас что? Ну, это тоже Сваровски, это в каждом аэропорту. Но магнитики, камушки Сваровски внутри. Это здесь, скажем так, одна из самых простых вещей. Просто какое-то произведение искусства за 390, но сразу говорю, фикс цена. Рошас. Вообще, блин, обалденная, да? Ну да, не всем подойдет, она достойна самых лучших бутиков. А вот знаете, Торренто, вот вы Lali Q, мы тут несколько брендов забили. Вот, например, Торренто, это дом эффектной бижутерии, также они сувенирку делают и одежду. Так вот, такие браслетики от 6 тысяч. Lali Q, вот это вот, еще дороже. Посмотрите. Я на ней специально долго остановлюсь, чтобы вы могли наслаждаться этой красотой визуально и подумать, да? А вот смотрите, да? Так, вот, натуральный жемчуг. И, ну, его видно, что он натуральный, господи, невооруженным взглядом. Я не знаю, что это такое, подвеска, либо, может быть, это браслет. Но что-то с натуральным жемчугом. Красота. А вот посмотрите, итальянская. Это не просто какая-то печать. Это, знаете, прям хорошее качество бусиков. А я вам все вообще показала? Нет? Вот это. А, к Торренто. Я, подожди, я хочу к этому подойти специально. Это странная штука, честно, не поняла. Мы ее не загуглили. Это понятно, что браслетик с двигающейся под руку. Сейчас такие минимализм в моде. Но бренд я... Ну, мы несколько брендов пробили. Вот одна из них Торренто. Ребят, посмотрите в интернете, сколько стоят такие колье. 35-36 тысяч. Посмотрите, вот от них мешочки. Это Торренто. Вот, видите? Посмотрите, пожалуйста. И вот такое Торренто. Единственный момент, смотрите. Здесь вот такая вот штучка отсутствует. Но я вам хочу сказать,
вы покупаете 390 рублей. Боже мой, 36 тысяч стоит такое колье. Да понятно, что, конечно, не надо продавать его за 36 тысяч. Любая ювелирка в любом торговом центре вам это починит на раз-два. Смотрите. Здесь вот тоже сломан замочек. Вот есть вставка под замочек. А сам замочек, что-то с ним произошло. Ювелирка разберется. А так браслет, ну, шикарный. Здесь 30 единиц товара. А мы все показали, да? 30 единиц товара. Посмотрите внимательно. 390 рублей фиксированная цена. Наличие брака есть не везде, но присутствует. Но она того стоит.